Да уж, вот это у тебя, конечно, тут Wi-Fi. А какой у тебя оператор? 17. Интересно. Ладно, сейчас попробуем. Так. О, боже. Да, я не знаю, сколько лет. Может, год. А, я же еще не только это принесла. Подожди. Мята, Сейчас. конечно, или А мята должна была бы еще быть, ну, да? типа зелень, желательно. Но если нет, так Я нет. принесла вам тыкву, да, или как либо. Ну, короче, и торт принесла. И кого? И торт принесла. Вот такую хрень принесла. Не, она нужна. Ну, она просто свежая, главное, чтобы дала. Там не Вот, было и больше. мою одежду принесла. Да, одежду тут и проищу. Так, что еще я принесла? Что еще я принесла? А все, больше я ничего не принесла. Это я еще давным-давно, когда ездила на Бали. По-моему, я с Бали это привезла. Вот. И что там? Я еще... Оно еще не открыто, не скрыто даже ни разу. Пахнет? Что там? Чуть-чуть ароматик. А, оно еще с крышкой. Я не знаю, по-моему, это рафинированное или нет? По-моему, Написано это нет. не рафинированное. Можно типа добавить просто чуть-чуть. Оно не же должно жечь. Ну, Это вообще же нет. замерзло. Ну да, оно тверденько. Но я на всякий случай, потому что я просто смотрю, не могу понять, это типа уже масло или это крышечка? Ну, походу, Масло. это масло уже. А не прямо его доверху. Угу. Пахнет. Ну, Пахнет кокосиком? рафинированное не пахнет. Это пахнет. Да, пахнет. И оно не испортилось. Не испортилось? Ну, А можно можно посмотреть на срок вкус годности? попробовать. Давай срок годности глянем. Я даже реально на срок годности не смотрела. Expedate February 19. Уже 2 года как минимум. Я уже привезла просрочку. Да не, я когда же я на Бали была? Года 4 назад. То есть я его, наверное, купила, и у него год был еще срок годности. Но он не воняет же нормально, ну. Мне кажется, оно не воняет, оно типа горьким становится. А, то есть главное не кушать, на тело можно, да? Или нет? Ну, я бы его попробовала на крем, но типа на мыло все равно жалко его. По-моему, оно нормальное. Ну, мы немножко добавим в мыло. Так там по-любому будет немножко разных масел. Там оливковое идет масло, этот масло ши, но оно тоже рафинированное, я его уже давно купила. Потом... Это такая хрень. Да, посмотришь, не догадаешься никогда в жизни. Привет, чат. Где тут все? Всем Олеся, привет, нетворкер, привет. Барбарос, Слушай, ну привет. Можно мандарин. Мандаринку давай. О, точно, будет вкусно. Че, нету пролаги? Нормально уже, не лагаем? Потому что я ничего не знаю. Здесь вообще не ловил обычный интернет. Странно. Посмотрите, кстати, какой красивый вид с окошка. Там лес у нее, смотрите. Рома, я могу уступить, но это будет стоить, ну, не очень дешево для тебя. Вот. Нужно торт в холодильник унести. У тебя хоть работает холодильник? Да. Точно? Посмотри. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, рассказывай мне, что мы будем делать и с чем мы будем делать, и как это вообще делается. А потом мы начнем это делать, потому что я вообще не в курсе. Я знаю, что если было варится, то оно просто берется в кастрюлю, кипятится, ну как борщ. Не кипятится. Короче, я достаю оставшиеся ингредиенты. Давай. Вот у меня щелочь. Щелочь, хорошо. Дальше. Это основной ингредиент. Это масло оливковое, оно не рафинированное, а другие масла рафинированные. Вот у нас рафинированное масло кокосовое, пальмовое. Где? Это рафинированные масла? Да.
Пальмовое кокосовое. Нихера, ты где их такие берешь? Да специальный магазин есть для всякого рукоделия. И масло ши. Но они все рафинированные. Ага. А это что, для чего тебе? Это для того, чтобы я следовала графику. Но я следую только. Ну, в принципе, я следую. Пол встречи, Витания, Зош, кстати, как после сегодняшней тренировки? У меня график, чего? Как все после сегодняшней тренировки? Так это же приход будет, наверное. Киса. Кухня большая, класс, пилона не хватает. Как это пилона не хватает? Алло, алло, пилона, ты чё, вот он. Вот он, представляете, поставила себе красотка. Такого у неё, правда, тут больше ничего нету? Киса! Будет крыша такая. Кого ты осуждаешь? Давайте посмотрим, пока она там делает. Привет. У меня руки все в рафинированном масле, правда. Подожди. А у меня-то? Сделала рогатку и хрустнула. Все, мне стыдно, пошли. Пилон — это не мое, короче. Не лезь на левую, уже раз сломала. Не, там прикручен нормально он был. Так, и рецепт давай. Где у тебя рецепт? Вот здесь вот, да, в блокнотике. Ну, там не совсем. Короче, у меня же сейчас перезагружается комп, он решил это сделать почему-то сейчас. Там есть мыльный калькулятор, когда ты вводишь рецепт, какие масла ты хочешь использовать и сколько грамм мыла ты хочешь получить. И оно тебе говорит, ну, типа, ух ты, нихера себе! Пропорции, да, и насколько оно будет, там, типа, какие-то масла дают разные свойства. Там какое-то масло может дать мыльность, другое там дезинфицирующее свойство, третье еще какие-то. Некоторые масла совмещают в себе разные свойства, некоторые там более уходовые и так далее. Поэтому мы собираем в себе, ну, в одном мыле разные виды масел и сочетаем их. Еще можно всякие добавки использовать, ну, например, сода смягчает, делает его таким мягеньким, а соль, наоборот, делает его... жестким. Ну, не жестким, а тверденьким, чтобы оно не расползалось в мыльнице. А какое тебе больше нравится? Какое мы будем делать? Да я думаю, детское сделаем. Детское. Мы сегодня детское мыло делаем. Steady Six, thank you for your sub. Но мы добавим еще туда сок этой тыквы. Ну, я что-то сильно... Да просто для цвета можно, на цвета. Это я привезла. Она мне говорит, Олесь, возьми, говорит, это. Она говорит, для мыла, но нужны ингредиенты. Типа, нужно в магазин зайти, что ты мне сказала купить? Буряк или тыкву. Я взяла, думаю, ну ладно, тыкву я куплю, а буряк у меня где-то дома есть. В общем, я нашла себя дома. Смотри. Я на почте покупала, у меня остался. Я думаю, да ладно, ей же для цвета надо, она же не есть будет. Она его даже в мыло боится добавлять. Да, я даже боюсь, ну, чтобы она просто... Ну, нормально, вы посмотрите, да все, как бы разрезать цвет даст, ну, нормальный буряк. Не, да, мы его в блендере сейчас перемолим, мы из него... Я даже такой ела, в суп добавляла, когда не хотелось в магазин идти. Буряк или арбуз, надо говорить. А, понятно. Одно на русском, второе на украинском. А ты сейчас где? Я у Светланы. Привет, Леська, привет, дедуган. Не, ну что не так-то? Нормально, ну. Да, он нормальный был. Просто я давно борщи не делала уже. И он купила, типа, эту штуку. И нам нужна вода, но из-за того, что у нас будет сок вместо воды, то хорошо, мы поговорим. Будем использовать сок. И сейчас мы должны сделать этот сок. Ага, давай, что помогать, говори, я буду это... Ну вот, сок. Бери свой буряк и попробуй его почистить. Так, ладно, все. Мы приступаем к работе. Блин, да чистить? Откуси, докажи Свете, что можно добавлять. Да легко, вообще, изи. Так, ну мало, не надо ничего есть.
Мало? А, нужно было больше. Я просто думала, для цвета много не надо. Нет, это нормально. Ну, сейчас, отвалилась. Если нам удастся его почистить, будет нормально. Хорошо. Сейчас я с тыквой пробую тоже разобраться. Мы их смешаем и посмотрим, сколько у нас воды получится. Давай. Ну, типа, так. Сок. Или... Это, а что это вот эта хрень? Я это не почищу. А нормально есть? Вы говорите, у меня ножи ненормальные. Посмотрите на этот нож, блин. Нормальный нож. Такой же, как мой буряк, Света. Блин, его, наверное, реально не видно. Сейчас я покажу. Это просто капец. Посмотрите на зубчики, во-первых. Я поняла, что ей нужно подарить. Зубчики. Которые вот ломают. И обломанный нож. Ну тут кто-то попытался что-то открыть. Кто-то. Кто-то, да. Да, понятненько, кто там. Ой, ладно. А это типа лучше? Ты дала получше нож? Он грязный, не подошел. А что он? Вообще хороший. А чё он не острый? Так он керамический. Ой, я не могу. Не точат керамические ножи? Их сразу выкидывают? Не, ну я не знаю, как таким чистить. Ну нет, чистится вроде. Так. А что, нет даже металлического ни одного, да? А нету брусочка, да? Чего нет? Брусочка. Какого брусочка? Точить. Mm-mm. А есть еще один нож? Еще один металлический. Любой. Давай. Блин, он что, с ребрышек? А без ребрышек? Нет, это тоже с ребрышком. Или это без ребрышек? Что так можно делать? Как? Да хоть как-то, я не порежу эту свеклу. Ну ладно. Блин, ну это у тебя проблема с ножами, реально. Я знаю, у меня проблем нет, это у тебя. А, то есть у тебя нет, поняла, да-да. Да? Типа как у тебя, только там еще мельче их найти сложно. Так, и потом это нужно терки или как? И потом мы это запхнем в блендер. Так, это. А у тебя есть салфетка? Полотенечко. Да, вон салфетки и веревочки. Да, конечно, это. Мне жарко. Жарко? Да, я не знаю, ну, может быть, я просто пока нет, сейчас... Это ты, наверное, такая вся запыхавшаяся. Наверное, сейчас я чуть-чуть попозже замерзну. Что, у тебя ноут загрузился? Вроде да. Это суп у где? Нет. О, можно музыку включить какой-нибудь, знаешь, как для этого, для растяжки, что-то такое там, когда ты включаешь массаж. Ой, сегодня такая кайфовенькая была. Да? Ты нашла что-то? Да. Ну, я, кстати, не знаю, мы, возможно, Свету сейчас соблазним. Не соблазним, в смысле, может быть, мы потом останемся у нее на массаж, кстати. Куда? Да, на я не говорю, что мы, возможно, останемся с вами на массаж. Как называется этот сайт, где ты музыку ищешь? Ютуб. Нужна электрическая, там пару сантиметров стачивать нужно. Электрическая точилка ножей. Если свекла только для краски, то нарезать брусочками, как фри, и поварить минут 40 в небольшом количестве воды, потом просто отжать. Да? По-моему, так и делают. Может, не надо музыки? Не, мы включим такую, которая не банится. Ну, типа лайтовый какой-то там. Чиллаут какой-то, Саш, можно ж такую? Ну, Саш, мы просто на фоне. А что в тишине-то совсем?
Это когда калькулятор будешь забивать, ты меня позови, нужно же посмотреть, как ты все это делаешь. Я потом сама буду говорить. Ой, прям будешь. Да. Ладно, вот смотри. Это уже калькулятор. О, подожди, я руки беру. Сейчас. Будем учиться. Вы запоминайте, потом мне подсказывать будете. Я правда буду говорить. Ага. В общем, вот он, мыльный калькулятор. Я уже сама забыла. 2 месяца прошло. Короче. Привет, анкета. А, вот, да. Сюда мы вводим компоненты. И у нас будет кокосовое, оливковое, пальмовое и еще ши можно добавить. Оно у меня есть, его же надо использовать. Ши. И вроде бы... Блин, мне кажется, это какой-то другой калькулятор. Найди свой. А вот эти вот масочки зачем? А это когда мы... О, вот этим я пользовалась. Короче, когда мы работаем с щелочью, но она же типа ядовитая, и если вдруг она попадет там куда-то на тело, в глаза, не дай бог, то она может там сжечь и все такое. Ну, короче, она такая, типа, это самый опасный этап, когда ты работаешь с щелочью, с ней надо аккуратно. Ну, не то, что он прям опасный-опасный, но это ингредиент, с которым надо аккуратно. Оливковая, ши. Мыло из подписчика, вот был бы контент. Нужно какого-то тогда жирного подписчика. У меня таких нет, у меня все фитнесы. Кокосовая рафинированная. С вытяжкой? У тебя работает вытяжка? Да. Она химик? Нет, она прошла курсы по мыловарению. Hello, Dominion. Are you cutting avocado? No. It's буряк. Пока, Ром. Итоговый вес 320. Это маловато. Можем... Скотина, Рома, ты понял? Этот, ну, кости, когда кидаешь, там это образовывается такая холодец. Вот. Холодец из всех получится. Холодец, мне кажется, вообще вот любого взять в чате, прям топ было бы холодец. Просто похоронили бы свеклу, а они измываются, что мертво. Нет, оно. Я же говорю, я реально так могу укусить, смотри. Смотри. Вот. Нормальная свекла. Ну, главное, что ты не должен кусать корочку верхнюю. Вот. А так нормально будет. Ой, подождите, я сейчас оденусь. Я сейчас буду химиком, смотрите. Ой, это как водолаз, а не химик. Еще фартушек нужен. Я забыла фартук, блин. Вот я и плед забыла. Вот, и фартук. А, все, мы сюда вводим. Сколько грамм мы хотим. Ну, откуда я знаю, сколько мы хотим. Ну, допустим, возьмем. Чудненько. Как в том сериале. Да, нам нужно еще халат было бы. У тебя нет, да, халата белого? Mm-mm. Короче, запоминайте, ножи надо, халат человеку подарить. Точинку. Я хочу фартушек, мне не надо халат. Или вы хотите реально из меня сделать брейкинг? Да, что-то, знаешь,
ну, такой не скафандр, а в чем они ходят? Такой желтый еще. Да. А что столько все опасно? Из-за щелочи. Все опасно из-за щелочи только. Я, конечно, имел в виду мыло, а вы что подумали? Пошли ким. А что вы подумали? Короче, полкило будем делать. Полкилограмма мыла. Охренеть, это ж много. Да нет, это немного. Да? Ну, сколько это вот брусочков? Таких вот штучек, две штуки. Вот две штуки таких, нормально. Ну, меньше? Не, нормально, не, нормально, хорошо. Так, кокосовая 100 грамм. А смесь не долбанет? Нет. Полный. А почему я должна долбануть? 55. Ой, она заполняет, масло, подождите. Ши. Ты заполняй, Сейчас. Блин, уже эти штуки остались. 100. У меня ходило 100. Сейчас А что они делают? А я что, неправильно стрим назвала? Ну. It's coffee time for you. Я сегодня надевала носочки, один носочек оторвала. Смотрите, тут такая балаболка была на носочке. А на второй теперь нету. 225. Можно потом какой-то конкурс выигравшему кусок мыла... Да можно, можно какой-нибудь устроить. Ну то что, только в Россию вам кусок мыла отправлять, если вы с России будете. Нервов отправить что-то вообще почтой, если это не новая почта. Ну а кто это? Не балаболка, что ли? Это вот Барбараса, она сказала, вот столько получится. Вот смотрите, у меня тут контейнерики есть. Вот такие вот. Ну, получится примерно два вот таких контейнерика мыла. Нужна настройка еще нескольких параметров. Каких? Каких параметров? Не, все, я настроила, теперь оно нам дает. Вот по рецепту я ввела количество масел, и оно нам говорит, сколько нам надо щелочи и сколько воды. И вот воды, ну, типа вода, сок, похер, 160 грамм. И вот мы сейчас будем блендерить вот это, то, что мы нарезали, и попробуем из этого сделать сок. И надо, чтобы 160 грамм. Ну, это на самом деле чуть-чуть. Чуть-чуть. Если добавить шелуху семечек, будет скраб. Да. Да? Правда? Это может тогда и соль добавить, и будет скраб же. Ну, кусочки соли такие, прям под конец, чтобы она не успела. Соль. Просто то, что я говорю, оно дает свойство твердости. А скраб кофе добавляют. А-а-а. Ну да. Понятненько. Глину добавляют. А глину зачем? Ну, для уходовости. Мед бывает добавляют, овсянку. Но я не прошла мастер-класс. Там был отдельный мастер-класс. Типа овсяно-медовое мыло. Но я... Ух ты, овсяно-медовое. Да. Да, давай просто накидаем в кастрюлю потом в следующий раз туда всякого ищу. Зачем мастер-класс проходить? Ну, я так и подумала. Ну, а что там, добавил на свое? Мы берем фруктов. Ну, мы же и так много кидаем. Ну, да. Берем, а то оно будет вообще все подойти. Да, согласна. А потом вот, когда уже я буду пробовать, я туда мыло кину. Ой, мыло кину, говорю, этот, меда кину. Привет, Викуша. Привет, сурок. Привет, The Night Wisher. Вот так. У нас было два пакетика травы, 75 ампул. Чё? Это что такое? Нельзя такое писать. Я читаю. Тут уже давно забанено, у меня еще нет. Я б съела вся на медовое. Съел, не надо есть. Так, мне нужно дорезать свою эту... Ну, вот эту вот хрень. Сейчас, смотрите. Сейчас я дорежу. Скажи, Свете, скрабы бывают солевые, сахарные и кремовые. Ароматов миллион. Не спрашивай, откуда я знаю. Да, мастер-класс проходил, да? Я все поняла.
Hello, everyone. Что, правильно, кусочками нужно нарезать, да? Ну, чтобы в блендере перемалывать. А, так это не будет вариться? Мы вообще не варим. Ну, типа, есть вообще способы готовки мыла, и то, что я освоила, вот этот наш, это холодный способ, то есть мы его не варим. Ух ты! А значит, это все-таки обман, это не мыло варенье. Но... Так, на все. А, ну, я сейчас кусочками нарежу. Да знаешь, я когда ее почистила, она вообще нормально внутри. Сейчас смотрите, вот свекла как свекла. Ну, бурячок нормальный, я считаю. Ну, смотри. Да. Ну, вполне себе. Вот главное, вот эту вот фигню нужно было вырезать, и все. А у нас не будет два вида разных? Или это все один будет такой цвет? Один. А, я думала, у нас будет типа два цвета таких. Так, ну все. Можно будет попробовать в конце. Ну, мандаринка тоже желтая. Что бы такое добавить? У меня есть кинза, но я ее хотела в салат. Это я в мяту забыла купить просто. В общем, мы сейчас... А это собьется точно? Мне кажется, хрен это все. Или это с водой? С водой, не, с водой я проще. Тоже добавлю и все. Главное, главное, что сердечко нарисовать. Можем еще, знаете, как сделать? Подождите. Еще вот так вот сделать, смотрите. Все, я взбиваю. Сейчас, сейчас иду. Ты будешь взбивать? Нет. Блендер будет взбивать. Ага. Ушки закрыли. Так, мы добавили 160 миллилитров воды, да? Нет, мы на глаз добавили. На глаз добавили. Какого хрена? Какого хрена на глаз? Потому что я рассчитываю, что будет еще сок. Хоть как-то. Пошел, я не буду своим первым настроением портить позитив. Так, стоять, Дмитрий Крой, никуда не идешь. Я тебе сейчас подниму настроение. Подожди, ты только останься, я тебе сейчас музыку включу и станцую танец. Иди сюда, сказала. Следите за тем, чтобы Дмитрий Крой не ушел. Если он уйдет, сразу бан. Вот прям сразу, как только он с чата пропадет. Мне кажется, очень будет мало сока. А его надо мало, но 160 грамм, это же вообще фигня. Ну ладно. Если что, воды дарим. Нам нужно 160 грамм. Сейчас посмотрим, что там. Ну ладно, давай еще воды добавим. Еще, говорит, воды надо. Нихера сока нету, там слишком высохший был буряк. Он все на себя. Ух ты, это проростки у тебя тут? Нет, я не... Ну, гречка у меня не прорастает, она. Нихера. О, как это не... Так ты правильно на подоконник ледяной ставишь? А с куда? С ума сошла. А где у тебя? На батарее, вот сюда. Ага, она ляпнется куда-то. Ну, потом. Поставь сюда стул, вот так стул, и прямо возле батареи.
Я возле холодильника ставлю, а холодильник тепло отдает. У меня так быстро, у меня за сутки она прорастает. Ну да, я понимаю. Ну вот это я его не прорастаю. Это просто цельнозерновые, поняла. Это, ну, как бы прям овес-овес. То он у меня размокает и становится, ну, уже как на хлопья похоже. Но тоже оно где-то сутки должно стоять. Может, летом быстрее будет. Угу. Вот. Но оно прикольненькое получается. Оно даже по вкусу такое. Да, мне тоже нравится. Так, еще добавляем, чтобы у нас сок выделился. А вы там кукинг делаете? Мы мыло делаем, мистер Вэ. Мыло. У нас мыловарение. Да это не борщ, идите в баню. Не, ну в принципе из жмыха мы можем параллельно потом еще борщ. Из этой вот-вот-вот маленькой гнилушечки. Не, смотри, мы сейчас из марли выдавим сок, и у нас останется еще до хрена жмыха. Что делать? Ты думаешь, из тыквы нормально борщ варить? Это будет новый рецепт? Да. А Светки нема интересных формочек для мыла. Ой, кстати, я купила. Опа. Но я не для мыла их купила, как раз сегодня с новой почты забрала. Это я хочу десерты тоже научиться готовить. Ты гля, она превращается в домохозяйку. Ёбушки-воробушки. Скоро подумай, то секс-вечеринки, а теперь такая раз, домохозяйка. Ой, я так проращиваю гречечку, мыло варю. А еще я хочу пироженки научиться делать. А потом такая, блядь, что-то я хочу на секс-вечеринку. И такая сходила, оторвалась, перевернулась. Ой, что тут мои проросточки, выросли или нет? Морозилку там точно прорастет. Hello, ну до конца, да, читай Турция. Да я поняла, Турция, ну нету у меня таких формочек, нету. О, все. Нету. Все, сок можно уже выжимать. Uh-huh. А как ты выжимаешь сок? Через марлечку? Uh-huh. Олесь. Я вообще да. Сейчас. Конечно, я, Саш. А кто же еще? А Света умеет готовить торты? Я учусь. Понятно, она это учится. Это ж вот. Ну, для пирожных, не для тортов, но по сути то же самое. Маленькие торты. Раздвоение личности, понятно. Нет, она просто не может найти себя. Вот, она ищет себя во всем, что можно найти. Чего, может я наоборот разносторонняя личность, которой все интересно в этом мире. Она, кстати, такая, да, правда. Snow? Yes, of course. Так, теперь мы сбрасываем, ну, типа. Угу. Тары. Света, неси в Олесин холодильник, там даже зацветет. Ну у меня уже убрались холодильники. Я наняла человека, который убрался у меня в холодильнике. Света, представляешь, какая прямо семья? Прямо внутри убрали? Да, я не могла это заставить себя. Вот. О, смотрите, она правда процеживает. Greenwater Night, hello. Ты говорила, я не люблю длинное название. Хорошо, что коротко получилось. Спасибо, я знаю. Вообще через марлю было бы быстрее. Ну да, выжила и все. А видеомонтажер из нее получится? Как успехи на этом пропали? Написала девочка, что ты, наверное, знаешь тоже School Dance с нашего, чтобы я там помогла ей поснимать. Я такая, ну ладно. Но она пока соберется. Промо-ролик, ну типа, как это все готовится и так далее. Мне казалось, что это интересно. А тут она мне сегодня, знаешь, типа, прошло 2 года, и она ко мне приходит сама, такая, типа, помоги мне. Вот, ну... Она пока должна собраться, там она же должна сделать красивый интерьер, вот это все тоже, чтобы ну, подготовить сервировку, потому что готовить она умеет, а сервировать. Это Walter White получается. Но я не знаю, что с интернетом.
Я не знаю, что с интернетом. Мы на Wi-Fi причем. Мы на Wi-Fi. Это как-то по Фрейду. Эго, суперэго и т.д. Из ипостаси человека. Я не... Вы, короче, не пишите мне про лаги, или я буду бомбить. Хорошо? Здесь не работает нормально обычный интернет, а Wi-Fi здесь какой-то никудышный. Вот. Поэтому просто терпите. У окна... А, мне просто нужно отойти от окна. А вообще у него света мало, нужно для стримов нужно больше света. Такая эксперт пришла. Сделала оценку подходящего помещения. Да, да, да. У меня все нормально. Ну вот, смотрите все у мистер В стрим. Блин, у нее марли еще есть. Ну, марли я купила для десерта. У Светы мало света. А для десерта это чтобы творог выжимать? Блин, что я хотела что-то... А, типа кокосовое молоко. Во. А у меня есть дома кокосовое молоко. Ну, типа свеженькое, с кокоса, прям без консервантов. Ой! Без консервантов. Ты сама говорила, что они такое продают молоко, что оно вообще никуда не годится. Ну, сливки нужно просто брать. Блин, тут точно 160 будет? Да, я... А, там же еще есть, точно. Ага. Откуда у Алиси свеженькое? Да-да, у меня вообще ничего свеженького не бывает. Свеженького точно нет. Вы слишком хорошо меня знаете. Это будет... Да ничего не будет долго. Все нормально будет. Нам главное соки выжать. А для мыла откуда ингредиенты покупаете? Так есть магазины там. Есть специализированные магазины для всякой такой вот... Именно не для мыла варенья, а там, наверное, для чего-то, для общего, да, чего-то? Да, там крема, варенья, всякие разные рукоделия. Короче, ингредиенты в специальном магазине для рукоделия. А ты что, собираешься еще мыло варить? Так, хватит. Нам хватит того, что ты есть готовишь и убираешься там. Блин, она сейчас руки себе покрасит. Ну, сурок, вообще-то я это и знала. Так, еще нам нужно еще примерно столько же. Mm-hmm. Себя еще иногда побыть. Нормально? Я показываю себе. Кровавый контент. У меня таких магазинов нет, это трудно. Нет, это просто нужно знать. Я вот тоже, допустим, если мне сказали, вы знаете, где здесь магазины для мыловарения? Я бы сказала, вообще, мне кажется, в Киеве таких нет. И все. То есть это, я не знаю просто. Нужно, вот возьми даже Google, открой и напиши мыловарение Кабул. Ой, в смысле Баку, и все, и тебе выдать. Вот, и тебе выдаст по-любому, есть какой-то или интернет-магазин, или типа как Скрабургиринг, вот этот тоже, они же такие, один магазин на весь какой-то большой город может быть только, потому что он узкоспециализированный. Мне, по-моему, с другого доставляли, то с ли другого из города? Харькова, то ли откуда-то. Вот так. It's not food, it's for swap. Может забыть о мыле, разбавить алкоголем и начать вечеринку? Удивляюсь, если в Киеве штук 10 таких магазинов. Да, это фиг его знает, правда. Зато натуральный краситель. Ну да, без марли мы бы долго выжимали. Ну, ты. Вот, смотрите, это получается производство Малайзия. Видите, производство Малайзия.
и easyswap.com. То есть у нас тут, ну, видимо, видите, типа easyswap.com, это значит реально все для мыловарения. То есть это прям магазин для мыловарения. Я бы не стала топить. Там, ну, очень странный бурачок. Я встречала в интернете магазины, продающие все для мыловарения. Это же популярно в узких кругах. Я тоже так думаю, да. Поэтому вообще проблем не будет найти. Булеточку дару. Дару. Swap булетка стайл. Ну, вот Светлана стайл. I just learned. Надо просто спросить. Я раньше делала свечи, ароматизируя на пчелином воске. О, я свечи тоже хочу научиться делать. Ты вообще нормальный, нет? Чтобы можно было массаж делать. Короче, я тут знаю одного человека. Он это тоже интересуется мыловарением и свечи делает. А еще он кушать готовит и убирается, Свет. Я могу вас познакомить. Мне кажется, это что-то должно значить. Angry hello. Twarbat hello. Ну и все, давай, дави. Нам нужно 160. 160. Надо будет еще добирать. Давай дичку нальем. Не-не, вот у меня вот еще чуть-чуть как раз есть там. Как раз на 10 грамм. Уже такое все засранное, когда я готовлю. Я не знаю, да, у меня как... так же. Да? Да. У меня еще, знаешь, не только тут засрано, у меня еще вот тут засрано, и потом еще вот тут засрано, и вот тут засрано все. И вот тут, может, вот капельки еще вон там быть, вот тут, вот, вот так как бы. А, как бы все. Да. Еще потом я подойду к зеркалу, ой, вот так вот. А что это тут-то? Я вроде ничего в рот не сувала, а потом вспомню, что я рукой там почесалась, вытерлась. Вот. Ну, я реально вся свинья потом после этого. Это гостей, ну, типа, друзей пригласила тоже к себе, типа, на ужин, там, наготовила. И я помню, я готовила пасту с лососевым соусом, и там еще... Ничего еще себе. Со шпинатом, ну, короче, я решила... А ты когда будешь еще потом их звать? Не знаю. Не знаешь, ну ладно. Сколько там грамм? 160 или 165? 160 вроде. О, 160 есть, все. Даже больше. Нормально. Hello, Tudor Tuttle. А, и что у тебя? Короче, и приходит, а я не успела, ну, типа, приготовить я все успела, но не успела убрать. И они приходят, и я помню, один парень такой заходит на кухню, а я очень спешила, я видела, что я вообще не успеваю, и у меня вот так вот все летало, такая разруха сумасшедшая, и он такой... Ого, типа, это что вообще здесь произошло? Типа, а что, у вас не так? Ну, такой, нет, типа, у нас нормально. Ну, ладно. Да-да, это, знаешь, есть такие люди, которые... Вот у меня мама такая. Она, если масло взяла, налила, она его обратно убрала. Я аж не понимаю, как так? Мне нужно, налила и поставила же. Ну, что его убирать? Она, если эту тарелку заморала, она пошла сразу помыла, поставила. И у нее как бы нет бардака. А я, если пользуюсь, то я ставлю и все. А зачем мне это убирать? Да, типа наготовить и потом уже... Да, потом уже раз все убрать. А зачем вот это лишнее движение делать, да? Я вот не понимаю. Ну, может быть, и удобно, что тогда... Удобно тем, скорее всего, что на столе места больше появляется. Ну, это так лень. Все-таки 160 или 165? 160. Ага. Такой он насыщенный. Насыщенный. Это просто бурячок мой. По-любому. Холодильник надо? Ага, да, оно должно остыть. У парней дома чище, это факт. Моя мама чище. Да я шучу, я не знаю, просто зависит от человека. Чё сразу у парней-то? Чё вы сразу вот этот сексизм? А я дарпата хэллоу. Ой, да, это такой стереотип. Блин, я таких чисто плю.
красивых мужиков, знаю. И приходишь к нему домой, а у него там все блестит, как будто он там, блядь, не живет, как будто он в съемную квартиру меня пригласил. И я такая, ну как-то неудобненько. И ко мне мы больше не пойдем. Капец, вы свиньи. Вот начинается. Вкусненький хоть. Okay. Она не свинья, все. Я все сказала. Да лагаем, лагаем, знаю. Что, Светя, больше не придем на стрим. Лагаю все. Скажите. Боже, 4 ножа израсходовала на один дворик. Все, тут мы будем теперь готовить. Вот, хорошо. Пишу, потому что мы не слышим. А что вы там, о чем мы говорили? Что вам повтори? Извините, извиняю. Так лучше быть. Прощаю. А куда можно поставить? Кого? Да вот эту вот камерку, чтобы так вот сверху так вот прицепить. Может, сюда? Сейчас попробую. О, кстати, интересная такая штучка у тебя. Это специально для камеры, да? Я готовилась. Да? Смотри-ка, какая она молодец. Так, сейчас мы... Пойду, короче, я вас попробую закрепить. Есть такая штука одна. Ой. Потому что нам нужно будет на вот этот стол вид. Вот он. Или вообще. Вообще. Сейчас я найду куда-нибудь. Сейчас прицеплю вас. Или нет? I love CGX. Продолжайте, все нравится. И посмеяться есть над чем. Спасибо, спасибо. О, я сейчас вот сюда. Ой, киса, а ты что тут сидишь прям вот прям носом уткнувшись в рюкзачок? И ты киса. Так, это моя кофта. Мне басы, пожалуйста. Сейчас вот это вот. Передвини. Ты, смотрю, и воду стала покупать, а раньше не покупала. Да. О, сюда сейчас вас поставлю. Я у мамы тоже на такую штуку ставила. А наша киса дружит с этой? Нет, я думаю, что она только с Бусей дружит. И то не с первого раза. Вот. Я сейчас вот так сделаю, вы проверьте, видно нас будет или нет. Оп. Саш, Саш, скажи, как там? Нормально, что ненормально? My cat is checking her out. Я сейчас вспоминаю, что у нас следующее. По-моему, нам надо растопить масло. Ага. Света не очень видно. Сейчас будет видно. Ну, чи. А на чем? На водяной бане? Угу. А микроволновки нет, да? Нет. А там надо... Да, точно. Надо взять градусник и теперь следить за температурой. Вот, градусник. Это я когда поделала, я им мерила себе температуру. А куда ты его засовывала? Под мышку. Да? А я думала, он для это. Анальный? Это вообще пищевой. И что, показывала температуру? Да. Правда? Круть. Ну такая, я думала, блин, температура, надо померить, а у меня градусника нету. Ну, есть эта штука. Ага, там типа на конце металлическая, а там показывает, да? Ну это типа детектор, оно все вот так работает. Тут да, экранчик. Ладно. Так, а что нам нужно воду нагреть? Бля, температура какая должна быть? А, все, я, кажется, вспомнила.
В общем, масло должно быть около 40 градусов температуры. Mm-hmm. Но из-за того, что мы смешиваем разные виды масла, мы их сейчас отмеряем, у нас есть твердые и жидкие. Вот это у нас оливковое жидкое, оливковое. Да. Вот это твердое, вот это твердое. И еще одно. Вот это твердое. Барб, я поняла чуть попозже. Давай это потом. Ну, кокосовое вот это возьмем. Ну, потому что оно похуже на мыло. Типа. Да, а я это... сказала, вот это берем. Хотя бы чуть-чуть. Ну, хорошо. Ну, тогда это отложим. Прежде шеста. Что тебе шеста нужен? Зачем оно тебе надо? Вот. И масло ши. Это все твердые масла. И мы их... так. То... Вот эти три мы сейчас будем растапливать угу. до температуры 40 градусов. Они сразу что с кружкой? Я ее тоже на водяную баню поставила. А ты пыталась кофе подогреть? Да, нормально. Видимо, водяная баня была очень жесткая. Да. Вы дрелью размешивать будете в бутылке? Да какой дрелью? Мы сейчас растопим, оно все не надо, оно само размешается. 40 градусов, это в принципе такое, это нормальная температура. Так, и мы сейчас отмеряем. Точно, как при свечах, также все по порциям разделить и на газ топить. Не, ну ты, конечно, шаришь, а. Подогреть кофе, ну да. Я вот кофе подогреваю в этом. Блин, у меня лагает опять. Полагала, да? Я говорю, кофе подогреваю в микроволновке. Нормально подогревается? Так, а воду когда наливать будем уже? Но она остывает. Сейчас поставим эти и потом займемся щелочью. Мы, получается, воду смешиваем с щелочью. И чтобы как бы щелочь не выделяла слишком много ядов, желательно, чтобы вода была холодная. Поэтому мы поставили щелочь в холодильник. Поняла, поняла. Вот. Но пока мы отмеряем эти масла, как раз оно чуть подохладится. Так, ёлы-палы! Это что, твое все, Барб? А можно я покажу? Смотрите! Это Барб прислал мне, смотри. Ого! Это для мыловарения, что ли? Это где такое? Нет, это для еды. Не может такого быть, чтобы прям... Ну смотри! Да? Да, дофига всякого. Охренеть. Прикольно. Это что ты варишь? Ты тоже этот химик мылодел, что ли? Вот кому надо было идти на мастер-класс. Интересненько. Интересненько. У нас, значит, на стриме уже люди мыловарцы появились. Это я тут типа, ой, я сейчас модную фишку покажу, мы мыло сварим, а все уже давно все знают, уже все варят. Я лох, короче. Я поняла. Ничего, я вас догоню. Зато я полденсом занимаюсь. А вы нет. Заманивайте их себе стримишь и делайте из них мыло. Нормально. Света, держи градусник на виду и подальше от края стола. Он не ртутный, не бойся. Кастрюльку мы отмеряем. Я это в 5 лет делала, Леська. Там я вообще какие-то ненормальные. У меня разные свечи покупали. У меня раньше свечи покупали. Я не маленькие делала, а большие. 1-2 килограмм. Ого! Слушай, это правда? Это же, наверное, тогда только на какие-то прям праздники. Там, наверное, фигуристые свечи должны быть. Или нет? Что было на стриме 18 декабря, после которого Леся закрыла ЛС? Не на стриме ничего не было. А что ты интересуешься? А вот что? Что? Что случилось? Что? А что? А что? А что? А что? А что? Ничего. Ой, нет. Можно ножичком разрезать. Не все грязно. 86. Так что помыть? Давайте я помою. Thank you, Tamia. Animal fat? No. Это получается... Virgin? Нет?
Подождите, как она? Как сказать не animal? Not animal. Нет, ну не в смысле какой он? Это растительный. Растительный, да, plant fat. Ну, как бы, oils — это и есть растительное масло. Oils? Ну да, то fat, а это oils. А, я поняла, поняла. На Новый год было брали для фотосессии, плюс аромат меда был у них, ванили, корицы. Ой, ванилька, наверное, вообще прикольно. Я бы ванильку понюхала. Ванилька пахнет, знаете, чем? Булочками, когда выпекаешь. Блин, я, знаете, прохожу всегда мимо магазина, где булочки делают. И там всегда так вкусно пахнет. А потом я, короче, видела передачу, где говорили, что добавляют вот эти вот отдушки, которые манят покупателей, чтобы они покупали. Прикиньте, жесть. Она пытается выдавить масло, которое застыло. Смотрите, кокосовое. Ну, на удачу. Давай, давай. Сейчас посмотрим, насколько ее хватит. А что ты предлагаешь? Да, вот так. Hello, ZP. Спроси Свету по методу с сайта этого, сколько времени на приготовление уходит. По методу той бабы, которая обучала, то час уходил у нее. Везде маркетинговый обман. Да, Саша, вот это обидно, конечно. Представляешь, ты заходишь купить такую вкусную булочку, которая там у них есть, но на самом деле, ты не покупаешь эту вкусную булочку, ты покупаешь обычную булочку, но запах этот говорит что о том, что она вкусная. Домашний хлеб тоже вкусно пахнет, но по-другому. Наверное, точно что-то добавляют. Да. Удачи, спасибо. А пальмовое масло – это не то, про которое везде пишут, что оно супер вредное. Есть типа пальмовое масло, которое рафинированное и нерафинированное, а есть, которое дегидрогенизированное. Дегидрогенизированное. Вот. И как минимум, пальмовое масло, оно полезное. Ладно, это не как минимум. Короче, пальмовое масло полезно. Но когда его гидрогенизируют, оно становится вредным, и только если попадает тебе в животик. И в больших количествах. Вот. Поэтому у нас пальмовое масло, оно простое, ну, рафинированное. И ничего не это. И тем более мы не едим его. Запах магазины отдельно завозят. Нет, правда, говорили, типа ставят отдушки. Вы знаете, как мне нравился запах магазин карри? О, туда еще. Запах придает выпечка одного вида, а покупаете другой. Так, мы добавили первое сначала пальмовое масло, а потом добавили какое? Сейчас добавляем кокосовое. Масло кокосовое. Все-таки она, видите, нет, из бутылки не доковыряла и добавила такое. Это урок химии? Нет, это урок мыловарения. Давай, Маш, я тоже что-то поделаю. Какой-нибудь мне, я пожмяхаю туда. Вот это. Угу. Это во сколько? 90. Так, сейчас ну, там получается почти полная баночка, но надо, чтобы ровно 90 грамм было. Сейчас поставлю. А вы будете стоять, пожалуйста? Надо, чтобы вы стояли и не падали. Иначе я буду масло резать, вы упадете, и я ничем вам не могу помочь. Да черт подери. Свет, плохая штука, нужно переделать. Переделаешь потом? Да, обязательно. Ну, чтобы я пришла, когда в следующий раз у тебя было все уже готово, понятно? Ну, стойте. Ну, пожалуйста, не стоять. Видите, Светой нужно помочь, она не справляется одна. У тебя выключилось. Черт. Это масло ши? А, и здесь нужно добавить сколько? 90.
Ничего, ничего. О, тут 99 прям. Девяносто четыре. Пойдет? Или нужно прям вот прям? Не, норм. Угу. Я надеюсь. И оливковая. Сколько? А, не, оливковая мы пока не берем, мы его отольем и растопим. Ага. На ножи поставь, да, на такие ножи. Не, надо что-то делать с ножами. Ого, ты не на водяной добавляй, а вот на такой прям сразу. Ну что, пусть, вот видишь, маленький огонь совсем не сделала. Нормально. Света соблюдает точность граммов, как настоящий химик. Да не точность, вон она 4 миллиграмма сказала, нормально будет. Не, она не соблюла, да? Я думаю, не знаю, будет. Кто будет соблюдать прям такие миллиграммы. Согласна. Пусть наймет тебе, как мужика, на час. Да не, нужно новые ножи ей купить, а не наточить. Эти ужасные, они плюс переломанные все. Green water night. Ну. А щелочь будете добавлять? Да, сейчас. Почти сейчас. О, растаял. Да? Мешать надо? Надо мешать. Давай мне ложечку. Или чем? Да, я мешала. Шутили про бойцовский клуб. И про этого, про Breaking Bad тоже уже шутили. Сейчас мы. Я пытаюсь разловить, чтобы она быстрее. Ага. Не, маски одеваем, когда щелочь будет. Блин, вот я забыла, что мы сначала... А, сначала вода, а потом мы всыпаем по чуть-чуть щелочь. Она сказала, что это важно. Типа, что не воду мы вливаем, а щелочь всыпаем. Так, сначала мы растапливаем все наши ингредиенты масел, которые мы четко вымерили. До 40 градусов должна. Блин, оно что-то будет уже больше 40, наверное. Оно потом много остудится. Да. А, еще же мы вот это добавим. А, ну да. Оливковое. Лишь куски еще остались. Угу. Сейчас покажу вам. Короче, ждем, когда растопится оставшееся. Ну ладно. Олеся без тетради на лекции. Да ничего, у меня вон стрим будет, и вы мне потом подскажете. Тем более у нас тут профессионалы есть по мыловарению. Я потом вон Барбаросса и мистер В попрошу, они меня будут учить, как масло готовить. Ой, какое масло, блин. Вот. И все. Изи. Горелым чем-то пахнет. Не пахнет. Не врите. Думала, оно горячее, а оно такое. Тепленькое. Вообще пахнет кокосовым маслом почему-то больше всего. Да. Это, наверное, как раз твое не рафинированное. А ты его добавила все-таки? Да. Ну, то, что выковырила, то добавила. Я еще потом вспомнила, что я же в мыльный калькулятор тоже вбивала эти все данные. И я вбила, получается, нерафинированное. И я подумала, что а вдруг его нужно было бы какое-то другое количество. И решила поэтому оставить. Да,
Да ладно, свечи и мыло, мы уже поняли, они одинаково готовятся. Все, осталось совсем немножко. Пару кусочков расставить сейчас. Потом добавляем оливку и воду, да? Воду мы с щелочью смешиваем, а потом вместе. Я думаю, выключать пора уже. Все, оно тут же готовится. Все. Теперь оливковое. Это нужно на эту поставить, да? Да. Просто свечу щелочь надо. Ну, а так все остальное, да, так же? Нужно какую-то штучку взять, да? Ну, наверное, горячая, я даже не знаю. Может, пока не ставим? Давай пока. Так, что надо расплавить? А, ну да. Ой, давай я возьму, наверное, какую-то емкость. Ложку облизать? Не надо ложку облизывать, это же масло. Нам его надо 220 грамм. Это кого? Вот этого? Вот этого, ага. У нас последнее жидкое масло. 220. Ой, это что? Это 26. Ёлы-палы, реально? Слушай, мы миллилитрами мерили. Короче, ладно. Сада. Блин, это мы все миллилитрами, и это у нас будет сейчас вот такой маленький кусочек мыла? Не-не, я просто думаю, получится ли у нас... Нет, там же реально мало. Ты говоришь, чего? Ну смотри, юнит. А, 0,9. А, 26. А я думала, я руина. Да ладно, разница. Все в минус 10. Короче, если нужно было 250, то мы сделали 25. Нет, ну одинаково, что грамм, что миллилитра. Да. Все, лей давай. Так сколько? 260. Нет, подожди, 220. А то все остальное все-таки правильно, это не руина? Ну, чуть-чуть руина. Подожди, что именно? Все, а там нужно было? Это все нужно было так 200-200 делать, а не 25 все-таки? Нет, 25 вообще ни при чем. Важно, что мы его здесь выставляем граммы, а не миллилитры. Так оно одинаково, не? Ну, я надеюсь, потому что у нас же должно быть пропорции. Подожди, а здесь что? Здесь грамм. Где? Покажи, сколько грамм. Вот, ну все в граммах, 220 грамм. Ага. А если вот это мы мерили, и тут миллилитры, и оно потом окажется, что не совпало, то, ну типа, я не знаю. А, да не, мне кажется. Ну смотри, вот просто посмотри на вот эту массу и на эту, здесь явно меньше, чем 200. А там по количеству оно должно больше объемом быть. Ну смотри. А, 100, давай 70, смотри, просто сейчас 70. Смотри, здесь 220 миллилитров. Теперь давай такую же тарелочку, чтобы мы сейчас выльем и посмотрим, сколько здесь емкость. Здесь, мне кажется, ну, литров 100 всего. Так оно же разный вес имеет, понимаешь, разные масла. Так вот и посмотрим. Давай. Ставь. Это не вода. Подожди, ты что там наливаешь сейчас весим? Вот я наливаю. Не-не-не, оставь ее, оставь. Ладно, ладно, давай. Так, 200, получается у нас здесь 260. И здесь получается. У нас, плюсуйте, ребят, 75, 90, 100... И все. Получается 260 примерно, правильно? Все.
Все, нормально, ничего не заруинили. Все, ура! Все хорошо. Все, теперь это все смешиваем. Где? Тут в кастрюле можно смешивать? Да. Да все, мы просто перепутали немножко. Все, аккуратно. 7 раз отмерили, что там, 7 раз... 7 раз отмерили, 1 раз отрежь. Все, испортили тебе 2 контейнера. Ну что, помоем сейчас? Да, я бы не стала такого джижа только отмывать. Может. $256, да, все нормально получилось. Все, чётенько. Так, это закрываем, забираем. Теперь достаем из холодильника эту хрень и мешаем щелочку, да? Вот нашу. Холодненькая она хоть? Ну да, холодненькая. Это наш классный бурячок с этим... С тыковой. С тыковочкой, да. Это у нас такая вода, здесь там просто в рецепту вода, но мы должны были ее окрасить что-то. 1 раз отмерь, 7 раз отрежь. Умножаем все на 10, даешь 5 кило мыла, на все подписчиков хватит. Я вам не буду отправлять, сами приезжайте, забирайте. Вот эту баночку. Так, вот здесь у нас будет... Сейчас уже щелочи, да, будешь смешивать? Да, сейчас я ее отмерю. Это месячный банан. Да, мы с прокладок выжимали. Smell good? No. Так, щелочь 65 грамм. Кошку окунуть надо, чтобы поверняка. Леська, привет. Привет, Олечка. Так, сейчас маску когда одевать? Ну, когда смешивается это все. Ну, можно уже и сейчас. На. Я буду на расстоянии. Сейчас я буду снимать. Так, а чего, ты не будешь? А можно, да? Давай. Ты будешь говорить, а я буду делать. А щелочь ты в каком-то магазинчике покупаешь? Да там же, по-моему. Да? Угу. Муж придет с работы голодно, а она ему мыла. Как-то много прям. Много? Сама будешь мылиться буряковым мылом, и загар не нужен будет. Да, конечно. Сейчас агрессор покажу. Она там кушает. Кис, хватит есть, дай показаться. АСМР тебе. А, там в комплекте еще даже перчатки должны быть. А, ну, ну да, у вас уже перчатки. Так нет, я смотрю, нам нужны перчатки, щелочь же как-никак. Ну, вообще, да. Короче, вот это нельзя, чтобы в глаза попадало. Это щелочь. Вообще никуда. Так, а нужно вот здесь замерить, чтобы было 40 градусов, правильно? Теперь щелочь смешиваем с вот этой банкой, правильно? Сюда добавляем. Да, только надо, чтобы она там... Не, подожди. Ставь туда внутрь. И его надо очень аккуратно и по чуть-чуть, не начинай без меня. А. Его надо помешивать. Давай. Короче, ты одеваешь, нет? Нет, ты одеваешь. Так я в очках. Ну все, я не буду. Ладно, подожди, давай я маску одену. Давай. Ну, подожди, надо ложечка еще. И типа его надо по чуть-чуть, потому что должны по-хорошему начаться пары.
Вот желтеет, как будто бы цвет воды. А ресса вон пошла, смотри, жопа виляет. Щелочь по-любому доступ нужен в РФ. А что, она может что-то плохое сделать? Да, не продается так просто. Не знаю. Ложку не разъест. Привет, Аларик. Блин, цвет смотри какой стал. А где буряк? Где цвет буряка? Сода тоже щелочь. А сода, интересно, вообще можно такое сделать? Нет? Наверное, нет. Оно должно быть прям, ну, типа, концентрированное. Дофига щелочи, да? Угу. Оно тепленькое, попробуй. Потом представляешь, знаешь, что такое руки мыть этим, да? Когда ты стоишь в маске это готовишь, а потом такая, пойду ручки помою, тельце намылю. Не, ну если оно нормально сделано, оно тепленькое. Тепленькое? Да, только не... Ого, горячее. И воняет. Реально воняет. Да, воняет. Можно окно открыть, надо. Да холодно окно открыть. Чуть-чуть. Пусть Таро как мир понятие современный подход с начала начал мироздания проникла ведьма в Камелот каждому, кто молчит. Что ты говоришь такое? Мы не ведьма, алло. Щелость с органическим соединением. We see as episode the breaking Олеся. Нюхайте, вот вам щелочь, дышите парами своими. Задыхайтесь. Я пойду вот так наверх. Вот сюда встану. Я наверху поставлю. Вот тут какие-то картины. Дубай. Бельгия. Нихера себе, Тбилиси. Это ты тарелочки вот так вот собираешь? Ну, у меня есть тарелочки, где была я, а это где были мои представители. Да, мы поняли, что нельзя нюхать, я поэтому вот отошла подальше. Пары как раз наверх, ду, блин. Ну все, я думала, Светлана что... лезет в Джорджи. Так, померяем сейчас температуру. Представители клуба по интересам. Спроси, она была на Ватерло или ее представители. Ватерло, что такое Ватерло? Промой камеру, у меня глаз щипает. Сейчас. Нормально? Саша, сейчас нормально? Холодная вода. Ты хочешь, чтобы телефон заруинился? Я не пойму. Ребята. Ну, на кафель упала тоналка, короче, и весь кафель засрала. И я всю раковину отмывала там. Потом все в тоналке было, и теперь нужна новая тоналка. Прыщи замазывать. На чьей стороне Света сражалась при Ватерло? Да она не была на Ватерло. Что такое Ватерло? Олеся, у тебя такой милый смех, спасибо. Последователи богини Светланы. Вот. Ребята, знаете, что я вчера?
Я вчера фильм посмотрела на английском языке. Я начала обучение на английском. Я посмотрела нечто. Но там и без обзор квартиры. А. Не, она уже... Свет, что там? Как дела? Ну, теперь нам надо ждать, когда оно остынет. А. Ну, до 40 градусов. А сейчас сколько? Сейчас где-то 60. Ого. Ну да, это мы засыпали, получается, в холодную воду щелочь, и оно начало подогреваться. Ну, типа, реакцию вступила и стало... Старое нечто. Ну ладно, мы тогда пойдем обзор квартиры делать. Ты нам расскажешь, что где у тебя? Или лучше не надо? По-моему, вы уже увидели все. Ну, там все, у нее всего одна комната. Ну ладно, они не видели. Я пойду еще попробую пилануть. Короче, вот прихожая у нее тут. Так, а свет тут тоже включаться. Где-то тихо. Блин, тут холодно, конечно. Тут кот живет, если что, сразу говорю. Тут такая пиложка. Здесь типа камин, смотрите, свечи. Вот здесь мы будем массаж делать, наверное. Здесь, видите, свечки всякие, фарточки. Телек. Здесь типа лоджия холодная, очень холодная. Блин, как тут холодно, я не буду у него массаж делать. Дед Максим, спасибо за 18 месяцев. Спасибо. Спасибо. Играть про нечто. Го играть в игру про нечто. Есть такая игра? Да, свечи. Смотри. Ой, какие свечи! Я сразу, я нечаянно сюда обратила внимание, ну тут реально свечи прикольные. Ты такие делал фигурные свечи, мистер? Вот какие свечки. Прикольные там. Ракушка. Наверное, котик играет. Ну, играйся. Так, Светой мы же там познакомились на пилоне. Я же ее тренер. Алло. Сейчас. Это мужик растопленный. Там женщина и мужик растопленный. Так, если такую форму найти, можно сделать. Ну да, кстати, если ты же можешь вообще все что угодно сделать, если форма есть. А где петли и ошейники? На это интересно. Я опять хрустнула. Все. Ничего вообще не покажу. Я хрущу. Без разминки вообще нельзя на пилон, сразу говорю. Иначе не только хрустнет, но и сломается что-нибудь. Вот. Всем привет, Олеся, на твоя улыбка просто говорит, спасибо. Это красная комната в кровати, где же еще? В кровати. Надо спросить у нее. Мне кажется, у нее нету. А когда она пилон поставила? О, давно. Где-то, я думаю, года 2 назад, 3. Она еще поставила перед тем, как она студию свою там открыла. Да, обзор, у него пустой холодильник, правда, ребят. Там ничего нету. Там какая-то зелень стоит, еще что-то. Блин, как тут холодно. Не, знаете, я, наверное, не буду сегодня массаж делать у нее. Пойду домой. Ну, мы с ней чай попьем с тортиком. У нее тортик теперь есть. Меня ни один пилон не выдержит. 120 килограмм. Блин, холодно уже. Все, я пошла оденусь. Бррр. Они спрашивают, где у тебя эти... Плетки там, всякие эти наручники. Все, я домохозяйка, какие плетки, о чем вы говорите? Понятно, все, ответили. Вот у меня формочки, вот тостер. Вот вместо плеток, короче, понятно теперь. Давай по шкафничаем. Вышку включить, да все, она вытянулась. Я пойду кофту одену, ребят, подождите. Я думал, у нее БДСМ кровать. Нет, все. Она отошла от дел.
подруге привет. Хорошо. Это точно для мыла формочки? Нет. В туалете! На толчке пыточная. Садишься, и тебе что-то входит. Пусть покажет Флюгенхаймен. Да все, все, хватит. Ничего она не покажет. Вы что думаете, правда, что если она ходит на такие вечеринки, у нее теперь в самой дома вечеринки? Реально, приходит с вечеринок, и дома она нормальный человек. И вот и все. У меня наоборот. У меня дома всякие штуки. Ой, я пошутила, ничего у меня нету. Не, нету у меня ничего. Так. Я люблю, кстати, сыру есть. При этом, знаешь, когда тут балаканал... Не, ничего не делать за балаканал. Жирные они, да, жирные. Сейчас сырок у нас загадишь, он лучше выкинуть. Ага. А все вкусно. У меня, кстати, Буся научила есть. Она говорит... У меня упал кусочек, а она его взяла, съела. Я типа, в смысле, а что, это можно есть? Я попробовала, кажется, вкусно. Тыкву? Угу. Пробовала? Да. Вкусно ли? Ну, не знаю. А как проверить температурку? Или еще рано? Думаю, еще чуть-чуть. Если со? Памкин. Из памкин. Тыкву все же лучше поджарить в духовке. Запечь с приправками. Блин, давно не делала тыкву в духовке. Слушайте, а давайте сделаем кукинг тыква в духовке. Помните, мы делали тыкву? Нарезали вот так вот, большую брали. Полукольцами вырезали серединку и туда накладывали мясо, фарш. Потом засыпали сыром. Блин, вкусно. Я не у тебя это ела? Могла у меня есть. Потому что я помню, что где-то... Помидорка, сыр еще вот так, вкусно. Во, сегодня все норм. Зашел, а Олеся тыкву точит. Сегодня правильный стрим, да. Пришли делать мыло, съели все ингредиенты. Не, не все. Carrot. Это пампкин, пампкин. Тутер татл. Вкус морковки есть, да. Немного. Приятно. Вопрос Свете. У Олеси есть какой-либо прибор для самоудовлетворения? А чё я должна это сделать? Она ей пытается, типа, чтобы ты сдала. Я не знаю. У тебя есть? Есть. Только я им не пользуюсь. Чего? Не знаю, не хочу. Вообще, самый лучший прибор для самоудовлетворения – это душ. Вообще ничего не надо. Зачем заморачиваться с покупкой чего-то, деньги тратить, вообще не понимаю. Hello, Alicia, what are we cooking? We're cooking soup. У каждой девочки должен быть, ну вы что даете? Есть они даже с собой 10 приборов. Они чего? Прибор есть рюмка водки на столе. Не, рюмка водки на столе это прибор для самоудовлетворения мозга, я думаю, но никак не физически. А лукурет, ну здрасте, что первый раз? Осуждаю, но согласен. Не. Ну а что там водка, ну серьезно, что там есть? Все, я поела. А где у тебя мусор, чтобы я курочки сразу выкину? Вон зеленый кулек под ногами. Угу. Извини, я с душем не пробовала делать. Так это не потому, что не мужское дело с душем это пробовать.
Вас учить надо. Ой. Смотрим, что у нас получилось. Олеся, привет, привет. Что-то... А, мне показалось, остыло уже. 40. 43. Еще рано, да? Угу. А что так много? Оно вроде тепленькое. Может, ему щелочь просто не нравится? Оно же не может быть 60 градусов до температуры кипения. Какого черта? Свет. Что, ну нормально, оно поднимается до 90, когда с щелочью взаимодействует. Ну, короче, понятно, много еще. А что, если в холодильник поставить? Не надо, да? Да пусть так остывает. У нас тут так холодно. А, можно на окно поставить, там вообще ледяное. О, давай. Кипение 100, ой, а 60 что? Вот я помню, что... всяких разных. Что-то 60, это то ли для чая, то ли для чая, что ли. Типа при 60. Это просто ну, свет типа слишком горячий. Ну, типа 80 заваривают там какие-то чаи. А. Ну, 60 не уверена, но может какие-то треки. 60 ничего? Откуда у меня 60 тогда в голове? Для меда 60 вышел. Точно! Точно, точно. Это для меда, агрессор. Ну ты прям джиниус. Откуда ты все... У нас еще одна хозяюшка в чате появилась. Боже мой, откуда вы все такие умные, а? Вы просто... Я поняла. Я поняла. Вы просто все девушки и притворяетесь быть мальчиками. На самом деле вы все девушки. У вас это дети есть там... Вы там уже, вы домохозяйки, короче, которые сидят дома и вот от скуки смотрят мои стримы, вот так. Понятно, домохозяйки, значит. И соду, кого соду? Я давно еще говорил, что я девочка. Да ты женщина просто, старая. Я притворяюсь девочкой. Понятно, Викус. Ой, блин. Это, кстати, стулы твои откусили оттуда, да? Ну, они же тут были, потом я их туда перенесла. А, все, все, поняла. Чем меньше давление, тем ниже температура кипения. Она давление поняла. Чего? Чего давление? Не, на самом деле, мне кажется, такие вещи и могут мужчины знать. Если они... О, а вот это, кстати, интересная тема для разговора. Когда мужчина одинокий, он может знать всякие женские штуки, потому что он самостоятельно все это делает. А если он сразу от мамки перебежал к жене и до сих пор живет с женой, то он ни хера не будет знать, да? Вот как ты думаешь, Свет? Это можно определять мужиков. Под мамкиным и женушкиным крылом. Насколько они шарят в хозяйстве и знают... Так может, ему не надо, он там всю жизнь зарабатывал и ну, просто на работу ходил и вызывал домохозяйку. Думаешь? А что конкретно он должен знать? Да не, не то, что знать, я наоборот удивляюсь, что они все знают. Ну да, это... Ну, например, температура кипения воды, там что, чай заваривается, там мед, вот этот мед, типа при 60 раз... градусов, вот там какой-нибудь становится неполезным. Ну, это если он зожник какой-нибудь. Да, агрессор-зожник. Женщина-зожник. Milk soap? No. We do child soap. Я вообще удивляюсь, как можно жить самому и не готовить себе еду. Это же себя не любить. Вы что, не любите вкусно поесть? Нет, это когда лень себе готовить.
но есть мужчина, который ленится себе готовить. Лайфхак. Я бы с мамкой, он не мог это узнать. Да нет, обычно они же не втягиваются в это. Я варил мыло долго очень, почти нереально растопить. Да мы нам бахнули на огонь, оно сразу растопилось. Мне на стриме про мед обсуждали. Мед просто распадается и теряется... Да, да, я знаю, но я имею в виду, это одна из вещей, которые, например, вы узнали. Но есть еще куча вещей, которые должна знать какая-нибудь только мамашка, вы знаете. Я вот иногда удивляюсь, как вы можете знать то, что не знаю я, например, тоже. Ну, может, они чайманы просто какие-то. Мы, кроме яичницы, вообще ничего не должны знать. Нет, на КВН, я же и говорю, когда... Ну, чаще всего. Когда мужчина не самостоятельный, то есть он выходит из семьи, где все мама делала, потом переходит в семью, где все жена делает, он особо не влезает в эти дела, потому что ему как бы это не надо. Он пошел себе работать, и все. А когда мужчина остается один, особенно лет на... Ну, от 3 до 10 лет в одного, он вообще прошаренный становится. Именно в плане как домохозяйки. Чем отмыть там резинку жевательную, или чем отмыть кухонную плиту от накипи, я не знаю. Ну вот откуда нормальный мужчина, который там никогда этим не занимался, знал бы это. А кушать не лень? Нет, не лень. У меня был аппарат сгущенку делать. Там молоко под вакуумом кипит при температуре. О, у меня такой в детстве был аппарат. Это, знаешь что? Печка. Печка такая, в которую дрова кидали. Мы туда ставили чайник такой. Чайник с водой. Вложили туда, сколько влезет, банки сгущенки. Три банки сгущенки, которая не вареная. Ставили в эту печку. И через сколько-то там часов доставали, и у нас получилась вареная сгущенка. Классный аппарат был. Мне кажется, лучше его никто не делает, сгущенку. Вот. У меня много и химии разной. Мы зарастем в сраче. Да зачем мне ваше мыло? Борщ лучше сварите. Я бы тоже борщ поела, на самом деле. Блин, а ты знаешь, что там в нашем новости есть борщ? Густой такой, прям наваристый, с мясом. Не да, пробовала, но я думаю, надо взять, попробовать, вдруг вкусный. Ну, то есть обычно продают такую жижу борщ, а там вот прям вот, ну, прикольный борщ, прикольный. Расширять кругозор интересов. Hi, it's an angel. Hello, thanks for yourself. Буржуйка. Боже, как я люблю вареную сгущенку. Awesome, hello. Когда мужик одинокий, он на многие бытовые вещи не заморачивается, просто покупает, забивает на это. Есть такое тоже. Скороварка. Расширяю кружочек. Вот я еще с деревом работать умею. Немного с металлом, немного вот косметикой. Косметикой? Это ты про что? Леся, а ты на каком сервере поиграешь? На Rainbow. Нет, не так. Сгущенка выпаривается. А ты сказала про вареную сгущенку. А, которая это вот, которая как вообще сгущенку делает. А я ее так в этом в кастрюльке варила. Правда, она не очень. В кастрюльке она все равно жидкая получается. Приходится. Ты варила, кстати, хоть раз сгущенку, Свет? С молоком? По-моему, в банку мы ставили и на этот, на водяную баню. И она так варилась. Да, но это долго ж надо, да, делать? Типа да. А вы знали, что мед имеет память. Если хотите узнать, что мед настоящий, ложку меда в емкость с водой. На дне появятся соты, из которых мед добыли. Первый раз слышу, серьезно. Так, одинокий мужчина, это хорошо или плохо? Ты знаешь, с одной стороны, одинокий мужчина, это хорошо, что он опытный, и как бы все, ты пришла домой, он ты может сам пожрать, приготовить и убраться. Но с другой стороны, одинокий мужчина без опыта, это полное дерьмо, потому что он вообще не умеет строить отношения, лучше бежать оттуда подальше. Да? Ты как считаешь? Логично или нет? Я просто пыталась логики судить. Ну, не знаю, мне кажется, здесь нет логики. Если он захочет, то он, ну, типа, научится. А вдруг ему не надо? Он себе работает и работает, ему похер, скажет там, ну хорошо, давай вызови сантехнику и не съёбывай мне мозг, ну, если сломалось что-то. Прикольно. Нормально в кастрюле, но долго. Ты самая чудесная, самая красивая пацанка в мире. Я не пацанка. Спасибо.
Ой, ну не все. Ну не всегда. Ну вот я, это я, знаете, так из крайности в крайность. Вот. Помню, 4 часа варили. У меня более-менее получалась сгущенка только из домашнего молока. Вот я смотрел 2 сезона «Холостячки». Обе девушки выбрали опытных ребят уже с детьми и спустя полгода расстались с ними. Ну ты нашел «Холостячки»! Это же сериал. Одинокий мужчина в самом соку не пьет и не курит и спит на боку. Это ты это типа рекламу себе делаешь сейчас? Девочки, налетайте. Ой, что там, уже пора? Все, я ставлю чай. Ну что ты дома? Торт пить будем? Торт? Да. Он погрызный, я его сегодня ела. Да? Да. Хорошо. Поэтому мне больше нельзя. Вкусный? Чики-прики, хеллоу. Да, мне понравился. Мне не интересно одной. Ну, я буду тоже есть немножко, конечно, и чай буду пить. Я торты неправильно ем, я грызу их как бы вилкой. Сейчас я покажу. Ой. Это не сериал, это шоу. А, на канале СТП. Вот. Давай, вилочку, ой, ложечку я сейчас все нарежу. Почему Света не угрется? Потому что. Какой сайкасный торт. Вкусненько так выглядит. Да, он правда вкусненький. Это как 4 зустричи с Сильпо, только он более сухой. Where is my preacher? Who's a cake? Who's a cake? Looks good. It's for Svetlana. Давай ножик. Или что, нету их? Мой любимый. Давай, давай. Давай, давай, Асм. Сейчас я отрежу все, что я тут нагрызла. Вот это вот плохое все. А вот это вот можно вот так вот красивыми штучками нарезать. О, ля, какая красота. Нравится? Оценила внутреннюю чистоту. Да, кстати, оценила. Просто там ничего не хранится. Да, вот она говорит, что там. Она вообще говорила, что ей не нужен холодильник. Я офигею. Я несколько лет жила без холодильника, потом купила и часто его отключала, потому что тоже он мне не нужен был. Вот так. Да. Вот я съем вот этот кусочек, пожалуй. Свой обгрызанный. Свете побольше, кстати, кусочек. Разруинила. Ложку или вилку? Вилочку. Это ореховый грильяж. 4 стихи какой-то. Торт вам же нельзя. Нам нельзя. Это нам нельзя. Что? Это мне нельзя торт? Кто Боже, сказал? Сейчас я скажу. Есть еще кубики, просматриваются. Мне можно торт. Вот когда не будут просматриваться, уже, ну, тогда торты отменяем. Да. Отлично. Просто. Pregnant and 6 months. Not sorry. Not sorry. Еще кусочек. Сейчас. Штаны скоро сваливаться будут. Торт показан наоборот. Я не так советовал торт делить. У меня справедливее звучит. А как ты советовал, я не помню. Нормально делить торт. Нормально. Ого, 382 калории на 100 грамм. Это, кстати, нормально для торта. 382. Обычно плохие торты, у них 30... Сколько там? 400 с чем-то калорий. Где вино? Где вино? Мы не пьем вино. Мы чаепитием занимаемся. Сегодня? Да.
Да, мы иногда пьем. Я или логичнее. Сколько жира вон можно вагон мыла наварить было? Это вот тут жира в смысле. Жирноватый торт. Да, идите в баню. Жирноватый вот все. Ну все, мне не бачится. Я чай. Запаривается, да? Угу. О, привет. Мужика. Вкусно? Классно. Я рада. Где мужик Светы? Он это приедет завтра. Завтра приедет. Черепашка little cake too. You want to? Okay. На. Трудно искать. Да, я просто сказала. Свет. Я буду стримить, поэтому выгоняй своего мужика. Она говорит, ну так если стрим, конечно, выгоню. И он такой сразу, ну конечно, если Олеся еще со своими подписчиками придет, я погнал. Да вы только свистни, и я... Я постою на улице, вы не переживайте. Не торопитесь. Да, вот так все было. У вас за спиной кто-то сидит и ест торт, обернитесь. Там, кажется, двое. Прикольно. А чек отбить, там запаривается. В туалет запер, нет, туалет открытый. Да, Барбарос, мы такие. У нас много торта, смотрите сколько. Мужик у соседки. Я не знаю, как к этому Светлана относится. Подруга просто шедевр. Я знаю. Она такая. Это ж Светка. Да, масленький такой. Какой? Масленький? А кофе где? У нас чай сейчас будет. Сейчас мы будем пить чай. Расти попа большая, жирная, да? Большая, жирная. Попка такая. Согласна. Я там всем чепите, девочки. Спасибо. Женская версия. Версия во все тяжкие. Cake for dinner, yes. Олеся, Олесин кусочек по центру. Я уже съела свой кусочек. Это тренировка. Это тренировка перед тем, как мы мыло съедим, когда торт закончится. Hello from Crow. With cake? Great. Нереально, теперь я поняла, что у тебя холодно. Да? Я сейчас сижу. Замерзла? Ну да, я же прям замерзаю. Я не знаю, ну то есть... Изначально казалось, что нормально. Тепло даже. Почему Света тарелки на стенах? Подарили шкафчик. Слушай, это прям реально тарелки, с которых можно, по идее, есть? Да нет, но они же декоративные. А, ну да, он там выбитая. Хрен ты ее поешь. Типа неудобнее. Что за чай расскажешь? Не, ну сбери твой, кстати, чай. Да? Да. Вкусненький. Да. Чай и согревает, правда. So we make soap and Albertine cake and our lesson. I love these dreams. Mm-hmm. Finish make soap soon. Let's
сколько там, минут потом... А вы заливаете все? 45 градусов. Что, уже можно было? Не, рано еще. Пусть будет 35. Чтобы не мыть, поела на стенку. А холодно это сколько? У меня 21 градус. А у тебя нет градусника тут, да? Прикольные кружки. А тут, смотрите, что нарисовано. Прикольные кружки. It's pretty. Торт Рошен 4 стихии. Нашел? А у вас же тоже есть рошеновская продукция, да? Я видела. Интересно, а торты есть? Потому что торты, наверное, никогда не довезут. Или довезут. У нас тут они вот 4 дня всего к срок годности. Поэтому я думаю, что торты бы они вряд ли везли далеко. А вот печеньки могут. А может там производство есть? Слушай, я что-то слышала, какой-то скандал, что якобы Порошенко перед тем, как стать президентом, должен закрыть, я надеюсь, я не придумала, какой-то свой филиал в России или что-то такое. Вот, да, я слышала. Да, не придумала. Мыло едите, да, привет, Жень, доброе утро. Ля кролы. Мы ждем, когда у нас ингредиенты остынут, у нас мало... Щелочь уже смешана с водой. И масло подготовлено. Нам осталось все это смешать, но нужно дождаться, когда 40 градусов будет. Викуша попросила украсть одну кружку и прислать ей. Не, к сожалению, я не могу у Светы украсть. Я украду потом. Вот. Ну, нельзя как бы приходить в гости и воровать, понимаешь? Светы щеки красивые. А у меня что, некрасивые? Блин, вкусненько, правда. Тяжело остановиться. Угу. Не градусов, ну, если градусов не алкогольных. Впечатление, все украинцы полюбили сладости. Нет, это, кстати, очень вкусно, они сладости делают, правда. Украдешь, потом все это тебя накажет. Отшлепает, наручниками расстегнет. Вытащу так эту плетку. Тут весь блатенькс. Конфеты, торты, печеньки. Все есть от Рошен. Да ладно! Попробуй, кстати, вкусный торт, правда. Викуш, да это уже традиция за тебя все писать, мне кажется. Ну, ты просто сегодня поработала, можешь и два кусочка позволить. Каждый день работа. А, ты же все на пилоне, потом на следующий день. Прикиньте, херячить стало. Опять. Ну, влияние. Угу. Пришлите кусочек. Так зачем присылать? Иди в магазин и покупай. Ва. Смотря какой, кстати, Наполеон. Есть Наполеоны вкусные, есть невкусные. Я вот очень люблю торт медовик. Но иногда покупаешь этот медовик, а он такой сухой, невкусный. Кружки классные, еще один заценил. Tell Светлана, I invite her to visit London. Вы чё, а где действие-то? Сейчас, прям сейчас. Что, стрим опять пропал? А ты не была на катке, открыли, ну, во-первых, который в стиле Нью-Йорк? Не была. Да, Барбара, все забили. Домашний Наполеон из... И сам никогда не делаю. Домашний Наполеон получается каким-то жирноватым, мне кажется. Нет? Нет, конечно, магазины тоже, но как-то магазины, они меньше туда масла добавляют. По-моему, магазины жирнее. Жирнее магазины? Там
они делают, что вот этот крем, он такой прям маслянистый, и он не впитывается. Ну, то, что у меня бабушка делает, так там в коржи впитывается прям этот крем, и оно становится мягкое, но при этом неощутимо сильно вот эта прослойка жирная. Mm-hmm. Ну, типа оно такое мягенькое. Поняла. Надеюсь, кусочки пищи так интереснее. Нет. What is the cake? I don't know. It's a... Как сказать по-английски, что это за cake? Tasty. Tasty, just tasty cake. Horse of hello. На днях не хотите в город на снеговика сходить? Я хочу снеговика сделать, да, завтра или послезавтра. Я люблю только домашние торты, но сама не делаю, потому что жопа большая. А я люблю все торты. Домашние, магазинные. Главное, чтобы был вкусный. Я люблю сочные торты. Вот это вот точно, что я люблю. Когда они пропитаны чем-то таким... когда ты его кусаешь, то он прям такой... нежный, сочный такой. Кремовый. Короче, там, где много крема, люблю. Только не киевский. Ну да, киевский какой-то, мне кажется, он сильно жирный. Там одно масло. Домашний просто воздушный получается. Ты про Наполеон? Как можно Наполеон воздушным сделать? Так, все, поджарь. Последнюю ложку и хватит. Ласт. Нет. Сгущенку я больше люблю... эту белую сгущенку. Ну, прям сгущенная молоко такое. И лучше, чтобы оно было ГОСТовское. ГОСТовское сгущенное молоко. И прям вот, мне кажется, если я начну есть, я могу целую банку сожрать, и меня даже не затошнит. Если только немного суховато будет. Сразу видно, что Света экономист. Доска для расчета на кухне висит. Так это не для расчета, это to-do list по-любому, да? Угу. Типа, чтобы не забывать. Да, потянул уже руки. Сметанник, да. Вот он тоже мне напоминает именно торт сочный кремовый. То есть, когда вот эти вот коржи, пропитанные сметанным кремом, а он прям такой вот, ну, сметана, она же сочная. Она коржи пропитывает, и много-много крема между ними остается. Алексеевская. Это доска позора. Че это позора-то? Гордости, она вон на тренировки ходит. Туда хейтеров записывает. The biggest difference between Alessia and is when Alessia eats a cake like that. She burns it with 10 mountains, нет, minutes of pole dance. When I eat a cake like that, no matter what I do, it will go starting into my expanding belly. Это очень большая разница между Олесей и тем, что? Что? Thank you for your stuff. Ну-ка, помогай перевести. И in the Олеся, или когда Олеся ест кейк, как сейчас. Birds it with teen. Вот это вообще такое. Типа, что ты его же... Когда ты такой торт съедаешь, ты его сжигаешь за 10 минут, когда занимаешься полдня. 10 минут? Mm-mm. More. А когда он ест у него такой торт, то не важно вообще, что он делает, то... Поняла. Что, Саша? А, ты уже перевод начал? Ну, блин, ну все, у меня тут переводчик висит. Висит. Сидит, блин. Спасибо за перевод. Я в детстве любил свежий батон намазать домашней сметаной и посыпать немного, посолить, долу, посахарить. Он сказал, что у тебя так... Пошли посмотрим. Может, там уже это, пора мыльце добавить. Сейчас мы проверим. 21 градус, конечно. Двадцать один градус в комнате, все, мы за.
О, стоп, стоп, стой, сказала, не расти, тварь. Ну все, 42, нормально, пойдет. Пока на 40 опустится. Да пока сейчас начнем, а там что? А вот тут что? В масле наше. Это уже поди остыло тут. Масло чуть надо подогреть. Оно уже холодное. Угу. Но масло можно подогревать, а это нет. Давай пока масло подогреем, может там остынет. Угу. С4 варят. Да. Так, а как подогревать? Сейчас поставлю. Стоять. Вот, а сколько можно не стоять? Не, ну я не играю так. Свет, нужна другая доска, типа тут. Эта штучка такая. Варю, спасибо за подарочные. Спасибо за 5 штучек. Перегрели? Ой, так быстро нагрелось? Угу. 40. Блин! 41. Нормально, оно сейчас как раз такого же поления 42. Сейчас в холодильник заткнем на пару минут. Потому что то уже вроде как раз. Давай в холодильник. Там можно за окно, но прям нас вот это поставить на этот. Оно прям быстро остудится. Ты же смерть. Давай. Вот. И можно туда же сразу, когда он застывать будет. Сейчас будем начнем подогревать. Ну все, доставай. Она сейчас правда доставать начнет сильно. Доставай, доставай. Кстати, уже оливковым больше пахнет, чем этим, чем кокосом. Ну да, но его ж больше. Короче, плюс-минус нормально. Он уже к 40 идет. А, и вот. Теперь мы перехолодили, говорит, 38,8. Все, теперь... Остывает уже. Нужно от этого убрать. А теперь можем переливать. Что делать? Убирай градусник и через себя переливай. По чуть-чуть. Мешать надо? Где вот это? Вот туда мне ложку. Угу.
видно вам, ребят? Давай еще наливай. Ой, так покладно вонючие. И цвет такой, знаете ли. Не, ну цвет нормальный для мыла, мне кажется, будет. Он такой как-то такой, как апельсиновый. Как будто бы хурма-апельсин тут. Так, все нормально у нас тут. Все, теперь я беру блендер. И вот это взбивать все колочу. Я одна осталась. А, нет. Хурма апельсин, да, ну очень. Блин, теперь точно похоже на хозяйственное. Воняет, да, так же? Ну, я не знаю, боюсь нюхать, ты же сказала, там щелочь нельзя, и я как бы стараюсь не нюхать. Блин, я думаю, что бы еще добавить такого? Так ты масла, может быть, добавишь туда, ароматизированные свои? А? Ну, типа, можно. Давай. Я думала, для цвета что-то зелененькое, ну... У меня ничего такого. Зеленая? Ты точно уверена, что зеленая с желтым будет красивый цвет? Ну, та инструкторша делала и получила. Я сама не ожидала. Поэтому ты мяту хотела, чтобы я принесла, да? Угу. А еще мы провтыкали. Одна у меня застелена коробочка, а вторая нет. Ну же сейчас застели вторую коробочку. Мы же сейчас заливать будем. А есть чем застеливать? А вот там выдвижные ящички, и там должна быть пергаментная бумага. Ждите сейчас. Держитесь, держитесь. Держаться, держаться, держаться. Можно заливать? Чего? Можно заливать? А, ты еще добавишь аромат масла, да? Давай, давай, добавим. Я не знаю. Пюрешка получается, как будто, знаешь, вот пюре какое-то персиковое. Вот, персиковое пюре у нас получилось. О, пахнет. А сейчас апельсинка. Ты апельсин добавила? Это какая-то смесь, ага. Типа очистительная. Я пошла.
крем-суп похож, на тыквенный причем. Я, знаете, какую песню нашла? Когда уже есть, можно видеть. Подойдет? Мне нет ванили. А. Спасибо, Женя. Спасибо за бельцы. Я вам сейчас песенку покажу. Ой. Все? Сейчас будем заливать. Я вам песню покажу. Как зальем, у нас будет... А давай поближе вам сюда, чтобы видно было. Как мы заливаем. Его берем, потому что я обычно. Видно. Вау, какая консистенция. Блин, подожди. Я вам сейчас пошу. Так, мне надо заливать в сторону. Да, давай, заливай, заливай. Нету ванильки. Я уже даже съесть хочу. Я бы такую пюрешку бы съела бы. Это была бы первая или последняя такая. Ну да. Ну там еще много мыла. Сейчас вылезем на снег тоже. Быстро замерзнет, да? Да, она горчица. Оно должно быть наоборот в тепле. А-а-а. Да. Так, где эта ложка, которая... И через сколько оно застынет? Ну, оно начинает где-то там, иногда бывает за полчаса, только начинает. Но вообще стоит сутки, потом ты его вынимаешь, и потом оно должно простоять месяц. Ого, месяц? Блин, это мы месяц не сможем пользоваться мылом. Будешь пользоваться моим. Ну да, я пользуюсь этим. Прикольное мыло. Мне Свет подарил на Новый год, да, мыло подарил, получается. Угу. Вот. Я вам сейчас песню буду петь. И печать не забудь, 72 гос. Мы потом выбьем, нарисуем сами. Сейчас. Yes, like mango cake. Ой. Не кейк, пюре, манго-пюре. В душ не скоро мыться. Угу. Получается. Все, а теперь песня от меня. Сейчас буду это танцевать. Стоять. Блин. Нужно и крепление для палки. Это вообще не катит, ребят. Ну что это такое? Все крепит. Мыться... Не, мы-то будем мыться, только без этого мыла. Все держится. Так. You ready? Диван не провалится?
А что вы не потанцовываете? Песня-то классная. Да что? Не ломай софу. Весело, весело. Песня. Понравилось? Минусухи можно подальше от нас музыку? Можно? Не понял, спеть хотела или все-таки потанцевать? Кто петь-то? Я не умею петь. Нормально? Ой, thanks for a bit. У нас одну ухо заложило. Все, а еще хотите, покажу песню? Да все, все. Ну, вы ее знаете. Сейчас. Это я уже, знаете, я ближусь к концу, понимаете? Мы уже, в принципе, мыло приготовили. Час мы что, будем ждать, что ли, пока оно застынет? А, его же нужно, типа, оно застынет, нарезать, а потом уже можно ждать. Или как? Или его прям в этих штучках, чтобы они... Не, оно вот в течение часа, оно должно, ну, типа, чуть-чуть загустеть, а потом еще сутки стоять. Ты просто через час увидишь, как оно загустевает. Может, быстрее. А в целом оно должно стоять. Угу. Поняла. Нет, не хотим? Понятно все. Покажи песню, но не включай. Да вы достали. Get Светлана. Светлана dancing to. No, Светлана eating. Eating cake. Застынет, нарезать и съест, как холодец. Нет.
Ну вы, короче, песня вам не зашла, да? Да нормальная песня. Я не знаю, откуда она мне попалась, но она прикольная. Как мыло приготовить, будет первая вечеринка? Нет. У нас сейчас с Светланой будут, знаете что, тайные разговоры. Ну, когда мы стрим закончим, я ее буду спрашивать о том, какое мыло она вчера использовала на ночь, когда умывалась. У вас даже за шазамить не получится, да? Вы все хотите эту песню, но не знаете, какое название. Никто не знает, что за песня, да? Блин, кто-то уже впалил, что за песня? А, нет, не впалил. И не узнаете. Какой формы, то есть? Какой формы, да. Да. Именно. Можно слепить снегирку, пока мыло стынет. У нее на подоконнике столько снега, что реально можно снеговика слепить. Ничего, я вам завтра еще покажу песню. А я любила, когда были, я приехала, тут же были нормальные сугробы, это сейчас что-то произошло. Я любила, у меня были два таких. На подоконнике два снеговика было? Да, ну посмотри, у меня же вон. А, блин, прикольно. А у Светы есть секреты? Не знаю, смотря от кого. Света очень, вообще, очень, это, открытый человек, и у нее нет секретов, мне кажется. Ну, у нее, если есть какие-то секреты, то она, типа, ну, она всегда расскажет. Нет? Почти. У тебя есть секреты, которые ты не хочешь рассказывать, да? Ну, знаю, смотря, что считать, и от кого. Ну, от меня, например. Я тебе расскажу. Свет, расскажи мне свой самый большой секрет. Ты расскажешь его или нет? У меня, наверное, такого нет. Я же говорю, она очень открыта, у нее нет секрета. Вот. Или у меня такая скучная жизнь. Да ну, нет. Секреты — это же не обязательно что-то веселое. Это секрет, который ты никому не хотела бы говорить. Вот. Мне кажется. А что, нет? Что-то позорное. Ну да, что-то, не, наоборот, или что-то не то чтобы позорное. Секретами это что-то... Ну да, позорно. Что-то, что никто не должен знать. Вот. У меня вот тоже, я думаю, иногда вот что-то позорное, но когда я вот познакомилась... Все происходило на камеру, поэтому... Ну нет, у меня как бы жизнь-то, ну, всякая разная была, и вот... И типа детство аж всякое было. Вот. И там были очень позорные вещи, конечно, но я стараюсь... Ну, у меня разные бывали позорные вещи, но я просто стараюсь как-то отходить от этого и, ну, типа, принимать себя такой, какая я есть, и как бы делиться этим. Вот, ну что, наоборот, вот я иногда рассказываю вещи, которые мне были бы стыдные очень, и я типа говорю, блин, ну это же нормально, все же мы люди. И хочу, чтобы люди тоже понимали, что я такая, я вот даже такое сделала, у меня такое было, типа, нефиг стыдиться. Ну, не знаю. Что я рассказывала самое ужасное про себя с детства? А? Секрет — это твой секрет, чтобы их не рассказывать. Нет, секрет — это то, что ты не хочешь рассказывать. Не обязательно не рассказывать. Ну, типа, для кого-то это будет секрет, а другой скажет. Да, скажи, что тут такого? Да. Да, зачем рассказывать-то? Ну, как зачем? Вот смотрите, например, ну, там, кто-то рассказывает, что он там... Да я бесился ночью, до 15 лет, к примеру. И что тут такое? А, вот, пожалуйста, прописываться ночью. Я как-то взрослая написала, потому что мне сон приснился из-за того, что... Короче, я во сне так писать хотела, и мне сон снится, что я нахожу туалет, сажусь на туалет, су, и встаю, а все равно ссать хочу. И у меня 6 туалетов такой во сне, я настолько не ссать хотела, и настолько я в глубоком сне была,
что я сажусь, думаю, господи, ну почему я не могу поспать, я писю, она не сцится. И потом такая, пум, и чуть-чуть написала в постель, короче, и мне было тогда сколько, ну, лет так к 20 уже было мне. Ну, я прям сикнула, а не нассала. Вот. Но это, пожалуйста, пожалуйста, вам позорная вещь. А ты одна была? Нет, я была с мамой. Я помню, я приехала как раз-то к маме в гости, и мы вместе с ней спали. Вот. Так что, ну, как бы, с одной стороны, это секрет должен быть. А с другой стороны, блядь, ну, с кем не бывает? Ну, может, с кем-то и не бывало, а со мной было, отвалите. У меня этот страх, короче, у меня такая ситуация, ну, в детстве была, вот прям точно такая же. Но мне было 5 лет, и мы отдыхали, ну, типа, база отдыха была, и я с папой спала тогда в постели. И, ну, типа, да, мне тоже приснилось, что я на туалете, а потом просыпаюсь, и я мокрая. И я такая, ну, мне стыдно, я помню, что я такая прямо аж замерла, и он такой, типа, ты описалась, ну... Я такая, да. И он такой, так и что ты лежишь, давай вставай. А я с перепугу вообще такая, ну, бля, вот это как... Так у меня страх до сих пор, что, ну, вдруг у меня бывает, что я хочу в туалет ночью, мне это снится, и я думаю, ладно, если я одна, как бы окей, я живу одна. А если я буду с мужиком? Ну, у меня этого не повторялось, но вот этот страх у меня запечатался на всю жизнь. Бедная мама, нет, да там немного было, потому что никто, она же не заметила. У бабушек такое бывает, а ты уж давно бабушка. Да отвали, у бабушек не держание, а у меня-то держание, я просто расслабилась и поняла, что я в туалете. Никогда во сне не пользуюсь туалетом. Слушай, ты, наверное, не напиваешься на ночь просто. Больше не хочу секретов. Полгода назад или полгода, что это там одену. Вот. Expansion wet, что такое? Expect wet, ты это ожидаешь? Что он спросил? Типа полгода ты это ожидаешь, я не поняла. Ребята, помогайте, мы не понимаем. Что Калмин Батчин сказал? У меня держать... Не понял, это что такое было? Вещь реально опасная и подлая, нельзя на ночь пить. Угу. Вас прям бомбит. Если описалась ночью рядом с мужиком, разбуди его и скажи, ты чё наделал? Это место аккуратненько. Можно вырубить главный секрет рассказа, остальные мы недостойны. Да не, их много, я еще просто вспомню. А если снилась Олеся, а потом мокрый просыпаешься, такой секрет можно рассказывать? Это не секрет, ничего интересного. No pain, no gain, yes. На допросе в секретной службе допрашивали Олесю и Свету. Следователи не выдержали и сдались после первых секретов. Прикольно. How long have you two been friends? Kevin, about 2, maybe 3 years. Сколько мы с тобой дружим? 3. 3. 3 years. Or 4. Но мы с тобой дружить начали не сразу, с тех пор, как начали танцами заниматься, да? Да. Полгода и начали общаться. It's my student, pole dance. Pole dance student. Да. Говорят, ждала ли ты того, что он на тебя подпишется? Call me Bastian, вон он о чем спрашивает. Ну да, все, я уже проруинила, уже не ответили.
Блядь, а где мой рюкзак? Ой. Давай, накачивай. Да давай я сюда буду прощаться. Это будут такие спецэффекты для них. Как вам спецэффект? Можно над ними так и издеваться? Блин, подожди, я засниму это. Все, упало. Да блин, ставь обратно. Ну помини, все. А ты уже налила тебе? Может, их уже там тошнит. Да не тошнит, нормально. Давай, я возьму. Давай. У вас просто тут на воде вы стоите. Олеся, где рюкзак? Аэропорт. Где рюкзак? Не бачу. Я сейчас прямо тихо-тихо. Все, больше не надо. Это там энергии хватит в телефоне, а то вырубается. Нет, это просто интернет. Светка делает в баночку писать. Не знаю. Не знаю, какие еще там секреты. Ребята, я вам что хотела сказать. Мы было сварили. Я не буду оставаться у нее на массаж, потому что мне реально холодно. Если я в себя мерзну, то у нее точно замерзну. Поэтому мы ее пригласим потом как-нибудь завтра лучше. Наверное, завтра, если у нее нету, ну, если у нее ничего завтра нету важного. Вот. Свет, у тебя ничего завтра важного, нет? Вроде нет. Если она захочет, если у нее не будет никаких планов, то мы ее вечерком пригласим к себе на массаж. Вот. Да, у нас будет 12 лет. Ну, либо сегодня было бы РП, либо мало время, поэтому, знаете... А завтра поиграем. Варили мыло, получился торт. Нет, торт, что ему получается? В магазине? Да, я хотела сказать пока-пока. Я завтра записалась к педиатру, к терапевту, чтобы сделать прививку себе от желтой лихорадки. Она мне должна выписать направление куда-то, чтобы в Кению поехать. Вот, поэтому завтра я буду решать вопросы с желтой лихорадкой. Что такое желтая лихорадка? Ну, я типа в Африку еду, а там желтая лихорадка и бывает какая-то. И нужно от нее прививку. Смертельная? Не знаю. Смертельная или нет? Мне там Женя целый список выдал, чего нужно для прививок, Кении. Прививок типа каких или вообще? Нет, вообще, что мне нужно для Кении, это просто человек, который подарил мне тур в Кению на день рождения. И он курирует мой тур. Я же это, мне пофигу, я подала заявку на визу и думала, все, а там нужно, чтобы и это было, и там на сайте зарегистрироваться, и там на сайте зарегистрироваться, там тебе нужно попить таблетки от малярии, там сделать прививку от этой желтой лихорадки. Думаешь, ёб твою мать, что так сложно? И еще и в Кении, кстати, они ответили мне по поводу моей визы, сказали, укажите свое гражданство правильно. А я указала РФ. Я как бы отвечаю, ну, РФ. И не знаю, чем мне они мне так ответили, но меня их смущает, видимо, то, что я вылетаю с Украины и пишу свое, что у меня гражданство РФ. И я не знаю теперь, как они мне выдадут визу. Ну, что они мне ответят, потому что, ну, я не знаю, как теперь им... Что делать? Кепку, конечно, возьму. Что, чтоб солнечный крем взяла, там, это очки, там, короче, целый список. Вот сейчас сижу по списку, вычеркиваю все, что я сделала, а пока ничего не сделала. Визу, сука, не дали, прививку еще не сделала, таблетки не купила. Очков нету. Да, за две недели нужно все сделать уже. Прививку нужно там ставить, написано было, за полторы недели минимум.
Ну вот, у тебя еще есть время. Да, но это же нужно пока, вот завтра с утра пойду к этому врачу, он меня еще направит. А там одна или две? Одна. Главное, чтобы во время стримов Олесю муха ЦЦ не укусила. Спасибо. Графистку, чтобы ни один секрет не потерялся после пока-пока. Вот стараюсь. Главное, список, да, я буду чекать. Полностью надо написать. Спасибо за контроль над Олесей. Да, без контроля я заруиню что-нибудь. Это он должен еще переспросить перед отлетом, еще раз пробежаться по списку, потому что я буду пробегаться по списку, все равно что-то забуду. Давай пригласим... Да что такое? Я читала уже сообщение. Ну что, все, теперь пока-пока. У меня же дети, они больше... Одним больше просто. Да-да, вот, кстати, ничем не отличаюсь, походу. Чем отличаюсь? Ничем, Жень. Абсолютно. Все тогда. Значит, завтра я после врача уже. Если у меня получится, может быть, я прям сразу куда-нибудь поеду за прививкой. А если не получится, то тогда я поеду домой. Единственное, это будет утром, и там будут жесткие пробки. Я на 8:30 записала. Рюкзак не забыть, спасибо. Вот. Вот так вот. Так что вот так. Значит, завтра увидимся после того, как я решу проблему с прививкой. Ты прочла, но не вслух, ты не понимаешь, это другое. А, да? Ну, как обычно. Я как обычно, простите. Получается, все, я все сказала. Или не все? Ребят, я все сказала? Я что-то обещала вам еще сказать или нет? Вы меня отпускаете? Уходи, понятно. Я отключаюсь. Попрощайтесь со Светой. Спасибо и за благоволение. Я увидимся.